Вот там много-много детей, все играют в бейсбол. И маленькие, и взрослые. Здесь рядом, везде все играют мирно. Никто не задумывается, что где-то какой-то змеёныш карлик, убогий, с его выкидышами детьми нападает на Украину. Да. И утверждает, что везде фашисты, а он не фашист. 20 лет он гипнотизирует это в головы России, в головы простых сограждан России и покупает зарубежных политиков, чтобы молчали. Но надеюсь, этому придет конец.